большой квадрат состоит из клеток, и его удалось разрезать на 35 квадратов размером 1/1 и большой квадрат размером x на x. Слушай, большой, может быть, 1/1 тоже, да, какой? Чему может равняться x? Мы придумали два примера, это уже очень хорошо. Единица бывает 17, бывает, кстати, советую всегда просто нарисовать. Чтобы получить единицу, нужен квадрат 6/6. Чтобы получить 17, нужно нарисовать квадрат 18/18. Это понятно. А еще есть вариант. 35 плюс квадрат не должно равняться квадрату. Для тех, кто любит алгебру, давайте я эту задачу запишу в виде уравнения. Вот если вот этот вот большой квадрат это будет y на y, то тогда уравнение имеет такой вид. Y квадрат минус x квадрат равно 35. Вот у нас есть одно решение. 18 в квадрате минус 17 в квадрате равно 35. 6 в квадрате минус 1 в квадрате равно 35. Вопрос, а еще есть? Нарисуйте картинку. Вот вы придумали число, отлично. Нарисуйте клеточки и посчитайте. Сейчас все получится. Еще логическое решение я тоже расскажу. Но сначала надо просто порешать. Сколько будет 17 в квадрате? Сколько будет 18 в квадрате? Отлично. Вот давайте я запишу. 324 минус 280. 36 минус 1 это 35. Отлично. А еще есть? Почему? Нужны числа x и y. Два числа для одного. X равно 3. Выпишите просто подряд квадраты. И где там разница между ними 35? Посмотрите. 23. А? X равно 3. X равно 43. 44 это огроменный квадрат. Вы что? Так не бывает. Берите калькулятор, они вам только мешают. Это задача специально с не очень большим числом, чтобы ее можно было решить без всякого калькулятора. После этого начните исследование квадрата. Просто напишите строчку подряд квадратных чисел. Здесь у меня будет написано число n, под ним будет написано n в квадрате. 4, 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
5, чтобы получилось другое из этих чисел. Есть где-нибудь такое место, что к квадрату прибавляешь 35 и получаешь квадрат? Между 11 и 12 разница 23. Между 11 и 13 48. Господа, а может быть просто такого нет вообще? А как узнать, есть или нет? Тут бы я проверил. А, ко всем числам просто прибавил 35. Между 17 и 18. Что? Между 17 и 18. Правильно, тут это мы уже знаем. Больше такого нет. Да. Между 1 и 6. Между 1 и 6. Уже да. Есть. Такое, конечно, есть между 1 и 6. Это правда. Дальше есть между 17 и 18. Тоже правда. А вот есть еще где? Нет. А почему?